Здравствуйте, мы находимся на водоеме Савельева 2 Пирогова. Сегодня 26 ноября. Состоялся пробный выход на лед рыбаков. Сейчас мы узнаем результаты сегодняшней рыбалки непосредственно у рыбаков. Сергей, здравствуйте. Ой, привет. Как погодка сегодня? Погодка вообще классная. Отлично. Всем привет. Смотрю, уловчик у вас хороший. На что клевало сегодня? Да ничего. Вот так, на резинку, и на бёсерки. Вот на все поклевало потихонечку. С утреца или так в течение дня как? Да больше всего с утра до 11. После 11, можно сказать, притихло, да, не так совсем. Ну, не, как правило, обед, наверное, к 11 происходит. Посмотрим. Да нет, ну, погода да, еще. Плохо. Сколько штучек? 2, 4, 6, 7 штучек поймали. Ну, нормально. Бычочки попадаются. Бычочки, да, вообще шикарно. У меня все на 40-й Вильямс. Тоже неплохо. Так, ну давайте дальше посмотрим. Как вам погодка сегодня? Погодка терпима. Терпима? Не замерзли? Не, нормально, нет. Отлично. Понятно. Ну смотрим у вас побольше, побольше. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 штучек. У вас на что сегодня брало? Ну, в основном на актив. Вильямс, Саурус. Ага, ну на Саурус-то она в любое время года берет. Ставушки молчат. Не знаю почему так. Редкий поклев. А как живец проходит? Живец? Да на живца-то я сегодня не пробовал. Не пробовали, да? Надо попробовать будет. Светлана Николаевна, здравствуйте. Как вам погодка сегодня наша? Отличная погода. Как рыбалочка сегодня удалась? Ну так. Ожидали, конечно, лучшего, но ну, это пойдет. Первый выход, как говорится, да, без запуска. Все равно, как вы видите, да, очень много поймали. Да, да, я считаю. Нормально. Как говорится, не без рыбы. Не, без рыбы мы никогда не выходим с этого водоема. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Как у вас сегодня уловчик? 2, 4, 6 штучек. Могло быть и больше. Могло быть сходов больше. Много. Практику потерял. Ну, правильно, на лед давно не выходили, небось. Все-таки лето было. Это самое. А глубина, с какой глубины это приблизительно? 2,5-3. 2,5-3, понятно. Глубоко ушла. Ну, так в целом рыбалочка как? Отлично. С утра вообще было великолепно. Потом снег пошел, озябло все. Ну, наверное, давление поменялось или еще что-то. Будем надеяться на вечерний выход. Ну да, как обычно. Как надежды обычно, не теряем. Надежда умирает последней. Ну да. А рыбаки? Вместе с рыбаками, да. Ну, настроение, я смотрю, хорошее, так что... Ждем-с. Да, ждем. Как говорится, до первого кладбища. Так, смотрю, у вас тоже неплохо. Александр, здравствуйте. Как вам наша погодка сегодня? Погодка шикарная, рыбалочка тоже. Ага. Все замечательно. Клев тоже неплохой. На что у вас клевало? Клевало железо, масло, как-то все вместе. Брало, в принципе, до 11 часов, очень активно. Много сходов. А так, в принципе, железо, пасты. 2, 4, 6, 7 штучек, ну тоже неплохо. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрим, у вас тоже покрупнее даже есть крупненькие экземплярчики. Как вам наша рыбалочка сегодня? Отлично. Всегда была бы такая навеска, было бы здорово. Ну, мы будем стараться как бы такую навеску и больше. Как бы, это в наших силах, так сказать. Так, если бы не сходил, было бы раза 4 точно больше. Неплохо, неплохо. 2, 4, 6 штучек поймал Илья у нас сегодня. Вот. Ну, я считаю, что в целом рыбалка первая на льду удалась в Савельево 2 Пирогова. Будем надеяться, что будем продолжать в том же духе. Вот. Поэтому милости просим к нам на рыбалку.